Дмитровское викариатство, викариатство Московской епархии Русской Православной Церкви. История, с 1744 по 1788 год территориально входила в состав Переславль-Залесской и Дмитровской епархии. 6 мая 1788 года Святейший Синод получил высочайший указ, повелевавший привести границы епархии в соответствие с границами губерний. Следствием этого указа стало упразднение Крутицкой епархии, из состава Московской епархии выделилась Орловская и Севская епархия. Взамен было образовано Дмитровское викариатство. С 1800 по 1877 годы дмитровские епископы управляли Савино-Сторожевским монастырем. Являлось первым викариатством Московской епархии. С декабря 1964 года по 1995 году епископы дмитровские состояли ректорами Московской духовной академии и семинарии. Архиерей Серапион, Серафим Августин, Лаврентий Афанасий, Кирилл Иннокентий, Николай Исидор, Виталий Иосиф, Филофей, Алексий, Евгений, Порфирий, Леонид, Никодим, Игнатий, Амвросий, Алексий, Миссаил, Виссарион, Александр, Нестор, Трифон, Алексий, Иосиф, Упер, Московской епархии, Серафим Агапит, Амвросий, Петерим, Иоанн, Сергий, Иларий, Виталий Пимен, Киприан, Филарет, Филарет, Владимир, Александр, Филарет, Иннокентий, Александр, Феофилакт.